Началась разработка котлована под фундамент здания детского сада на 330 мест в Кубинке. Строители провели работы по ограждению площадки и приступили к устройству временных дорог. Согласно проекту, в трехэтажном садике общей площадью более 5000 квадратных метров будут просторные игровые и спальные комнаты, залы для занятий музыкой и спортом, пищеблок и многое другое. В дошкольном учреждении создадут безбарьерную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья.